Все игры на сборах проходят на фоне тяжелой нагрузки, и эта игра была не исключением. В принципе, то физическое состояние, в котором сейчас команда находится, мы, в принципе, довольны ним. Сама игра, ну, если бы мы ставили там задачу именно конкретно на эту игру, там, как результат, наверное, бы мы и готовились бы к этой игре совсем по-другому. А так мы все-таки по намеченному плану работаем. И, хотя игра, я думаю, что в целом получилась достаточно живая, достаточно интересная. Вот, где-то можно, может, и разделить его на два тайма. В первом тайме мы больше доминировали, создали больше моментов. Хотя и второй тайм тоже так, особо мяч в центре поля не задерживался, и атаковали обе команды. Я думаю, что на этом этапе мы в целом физическим состоянием довольны, а по каким-то игровым ситуациям, ну, я думаю, что еще есть время для того, чтобы что-то исправить. Сейчас ребята все тяжелые, ноги уставшие, поэтому спрашивать за качество игры с них, мне кажется, еще рановато. Я скажу, что сегодня был хороший спарринг. Мы откликнулись на предложение команды «Дулис» сыграть товарищескую игру контрольно. Она была не запланирована, поэтому я считаю, что мы получили очень хорошую информацию по нашим футболистам, так как мы готовы на данный момент. Игра была с обеих сторон очень хорошая, динамичная, поэтому мы очень довольны этим спаррингом. То, что у нас, например, в первой игре мы планировали, у нас не получилось, мы этой команде уступили, а в этой игре я остался очень доволен своими футболистами, именно отношением к игре.